Heaven on Earth. Бог будет двигаться в вашей жизни. Бог будет делать великие и невероятные вещи в вашей жизни в 22-м году во имя Иисуса. Я готов к этому году. Мы начали готовиться к нему еще в прошлом году. Мы знаем, что это будет год божественного прорыва. Бог устроит ваш прорыв. У него есть много сюрпризов для вас. И в начале 22-го года я хочу пожелать вам благословенного года. Я знаю, что некоторые из вас столкнулись с трудностями, оказались в тупике, но я хочу сказать вам, что наш Бог дает прорыв, творит чудеса и выполняет обещания. Он не оставит вас. Он проведет вас в этом году. Мы все еще живы после 2 лет пандемии. Люди говорили, что все падет, но нет. Бог держит весь мир, и Он держит вас в своих руках. Я приветствую наших зрителей на ТБН, One Gospel, Praise TV, Facebook, YouTube, CRC Online и в исправительных учреждениях. Мы приветствуем Африку, Россию, Израиль, Америку, Европу, Индию, Пакистан и Китай. Мы рады снова видеть вас. Большой вам привет. Это ваш год. Нравится вам это или нет во имя Иисуса? Дайте кому-нибудь беспроводной 5. Скажите, это твой год, нравится тебе это или нет? Я рад снова видеть свою семью. Я скучал за вами. Надеюсь, вы хорошо провели декабрь. Я был в Претории. Впервые за многие годы я выбрался на море. Это хорошо. Я чудесно провел время, размышляя об этом годе и будущем. Многие еще отдыхают, и поэтому я не буду пока говорить о том, что Бог открыл мне. Сегодня я заряжу вас. Вы не пройдете 22-й год просто так. Вы не пройдете его в нерешительности. Вы не пройдете его под приказами этого мира, приказами правительства и сил. Мы знаем, что у нас есть Бог, который контролирует все. Он держит наше будущее. Ваше будущее, брат, который смотрит нас сейчас по телевизору, он держит ваше будущее в своих руках. А я приветствую все церкви CRC. Вас ждет чудесный день. Спасибо, что вы с нами. Присаживайтесь одесную, и давайте перейдем к Слову Божьему. Скоро я в 5-й раз стану дедушкой. Внуки обступили меня, как филистимляне. Я только успел привыкнуть к первому, а вот уже и 5-е. Анжелика, моя дочь, сейчас на 39-й неделе беременности. Простите, на 36-й. Она хочет назвать дочь Экелия, а я говорю Аталия. В любом случае, откройте свои Библии на 43-й главе книги Исаии. Я хочу прочитать 16 по 19 стих. У всех нас есть нечто общее, независимо от того, где вы находитесь, в Блумфонтейне или Йоханнесбурге. Кстати, я буду там в воскресенье. Меня перенесут туда, как Филиппа. Я буду в Йоханнесбурге, а через 2 недели буду в Блумфонтейне. Мы снова возьмемся за дело. Мы планируем наши крусейды, чтобы вернуть утраченную территорию. Мы будем попирать ад и наполнять небеса. Вот почему мы здесь. Мы хотим изменить наше поколение. Скажите «Аминь» во имя Господа Иисуса. Итак, 16 стих говорится, «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войск и силу. Все легли вместе, не встали. Это враги, потухли, как светильня, погасли». Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится.
Неужели вы и этого не хотите знать? Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его, но Бог открыл это нам, Своим Духом. Я знаю свои намерения о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. У всех нас есть нечто общее, прошлое и будущее. У нас есть вчерашний день и завтрашний. Мы можем учиться у вчерашнего дня, но не можем оставаться в нем. Мы можем учиться на ошибках, трагедиях прошлого, даже на успехе. Но мы не можем оставаться в прошлом, потому что Бог есть Бог будущего. Бог сегодняшнего и завтрашнего дня. Бог говорит, «Я создам нечто новое в твоей жизни. Я не знаю, что это будет за сфера. Вам стоит приготовиться к тому, что Бог обратит ваш пепел в красоту, вашу скорбь в танце, горе в радость. Бог продолжает прокладывать путь, творить чудеса, исполнять обещания. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Мое послание связано с той песней, которую мы пели. Он прокладывает путь, творит чудеса и исполняет обещания. Я хочу обратиться ко всем, кто настроен негативно, кто сомневается в том, что Бог неизменен. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог продолжает прокладывать путь, творить чудеса и исполнять обещания. Он открывает путь там, где пути нет. Он прокладывает путь в пустыне. Он прокладывает путь, где это невозможно. По мнению людей, Он прокладывает путь через долину смертной тени. Потому что Он тот, кто прокладывает путь. Вы могли оказаться сегодня в тупике. Вы не знаете, что ждет вас в будущем. Братья и сестры, вы должны знать, что Бог держит ваше будущее в своих руках. Меня это устраивает. В мире много неизвестного, но мы можем быть уверены в любви Божией, Его силе и обетовании. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Не имеет значения, где вы и с чем сталкиваетесь. Иисус Христос — это не философия». Не какая-то историческая личность. Он жив. Библия говорит в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 4 стихе. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Что это означает? А это означает, что Бог осветит ваш путь. Бог поведет вас по вашему пути. Но только с Иисусом Христом мы не говорим о ментальном возвышении, о силе воли. Да, мы должны обновлять свой разум, но мы должны понимать, что наша вера связана с личностью, которая говорит, даже в 2022-м «Я все еще путь, истина и жизнь». Без Иисуса Христа вы не достигнете ничего. Без Иисуса Христа у вас нет жизни и понимания, потому что Он все еще путь, истина и жизнь. Послушайте, Он не часть решения, Он и есть решение. Он не часть путешествия, а само путешествие. Он Альфа и Омега. Если вы верите в это, то поднимитесь на ноги и прославьте Господа в начале этого года. Он проложил путь для Израиля из Египта. Он вывел учеников из бури. Он проложил путь для Иосифа из темницы во дворец. Он проложит путь, который выведет ЮАР из бедности. Он проложит путь, который выведет вас из безработицы, из отчаяния, неудачи. Он тот, кто прокладывает путь. Но люди ищут пути без Него. Вы не найдете пути, потому что Он — свет на вашем пути, долголетие, свет вашей жизни. Он — путь, истина и жизнь. Он открыл путь для Павла и силы ночью. Он открыл путь для Сидраха, Мисаха и Авденага из печи. Возможно, вы также
оказались в этой печи, возможно, вам кажется, что выхода нет. Но моя Библия говорит, что невозможное людям возможно Богу, потому что с Богом все возможно. Бог ожидал, пока температура поднимется, чтобы войти в горящую печь и освободить вас. Бог не придет в замерзшее озеро. Он придет в горящую печь и поддержит вас, избавит вас. Если вам кажется, что вы проходите через ад, то знайте, Бог выведет вас. Он не оставит и не покинет вас. Он прокладывает путь. Он откроет двери, которые никто не сможет закрыть. Он проложит путь через кривые места. Он проведет вас через горы и долины. Скажите «Аминь». Я повторю еще раз, у всех нас есть прошлое и будущее. Мы не можем ничего поделать с этим прошлым. Если вы останетесь в прошлом, то это ничего вам не даст. Учитесь у прошлого, используйте трудные моменты жизни, чтобы снова встать на ноги. Используйте трудные времена, чтобы учиться и чтобы становиться лучше. Никто не ожидал этого, но мы все еще живы. Бог сохранил нас, и мы знаем, что не обязаны бояться этого. Мы знаем, что последнее слово за Богом. Некоторые из нас потеряли близких. Несколько человек погибло в авариях в декабре. Другие умерли от болезней. Кто-то утонул. Люди постоянно сталкиваются с трагедиями. Но мы не можем оставаться в них. Боль предательства, боль неудачи. Мы должны подняться и сфокусироваться на Иисусе Христе в 2022 году. Мы должны пройти этот год, взирая на Иисуса. Он прокладывает путь. Он освещает ваш путь. Он не часть решения, а само решение. Он не часть вашего будущего, а ваше будущее. Он сказал Аврааму, «Я — твоя великая награда. Я — твое завтра. Я великий, я есть, прокладывающий путь». Он открыл путь Даниилу изо рва со львами. Он использовал неспасенного царя, чтобы молиться за него. Представьте это себе. Даже грешники начнут молиться Богу. Аллилуйя. Он открыл путь Ною и его семье, когда суд должен был излиться на землю. 2000 лет назад Бог открыл путь нам с вами, послав своего Сына Иисуса, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У нас есть причины радоваться в начале 2022 года. Наши имена записаны в книге жизни. Мы рождены свыше. Вы можете забрать мою жизнь, но не мое спасение, потому что мое имя записано в книге жизни. Бог говорит, я открываю тебе путь. Далее второе. Он творит чудеса для вас. Люди говорят мне, ты веришь, что мы живем во время чудес? Нет, я не верю. Мы не служим Богу, который стареет. Мы служим Богу, который вчера, сегодня и вовеки. Тот же. Давайте же, Сиарсии. Малахия, 3 глава, 6 стих, говорит нам, «Ибо я Господь, я не изменяюсь. Мы служим Богу, который продолжает творить чудеса, который вмешивается в дела людей. Мы служим Богу, который способен сделать намного больше всего того, о чем мы просим или помышляем, с чем бы вы ни сталкивались. У Него есть выход из вашей ситуации». Через нее, через бурю, на другой берег, из тюрьмы во дворец. Но Он также творит чудеса. Он делает то, что не может сделать никто другой. Он выведет вас из ямы, когда вы не ожидаете этого. Вот почему вы не можете войти в 22-й без ожиданий. Вы должны поднять свой уровень ожиданий, свою надежду. Знаете, что Бог силен. Я говорю, Бог силен поддержать вас в огне. Он может сохранить вас от планов врага, разрушить планы врага против вас. Он может исцелить вашего ребенка, освободить вашего мужа, создать работу для вас в ЮАР. Скажите «Аминь», если вам нужна работа. Я не верю в век чудес. Я верю в Бога, который творит чудеса. Для Бога нет ничего невозможного. Бог говорит, нет такой проблемы, которую я не мог бы решить.
Чем она сложнее, тем больше Он призывает вас. Если она кажется невозможной, то Бог может вмешаться. Ведь если бы мы могли решить ее сами, Он не был бы нам нужен. Если бы мы могли сами побеждать в своих битвах, нам не нужно было бы, чтобы Бог воевал за нас. Если сегодня вы в трудном положении, то это хорошее положение для чуда. Если вы столкнулись с невозможным, то вы должны вспомнить, что в Библии говорится в Евангелии от Марка, 10 главе, 27 стихе, что то, что невозможно людям, возможно, Богу, потому что Богу возможно все. Далее, 9 глава того же Евангелия, 23 стих. «Если верите, то все возможно верующему. Если вы столкнулись с невозможным, то прославьте Господа. Вот оно, решение. Давайте все, студенты, домохозяйки, бизнесмены, верьте, что Бог даст вам контракт, изменит ситуацию. Давайте же прославим Бога и создадим атмосферу, в которой Бог будет двигаться в 22-м году. Пусть Бог движется в нашей хвале. Бог любит хвалу своего народа. Если вы смотрите нас по телевизору, то не обращайте внимания на храпящего мужа. Не смотрите на детей и других. Прославьте Бога во имя Иисуса, потому что Он Бог чудес, потому что Его рука сильна спасать вас, потому что Он всемогущий, всесильный и всезнающий. Прославьте Его, потому что Он держит вашу жизнь в своих руках. Прославьте Господа, потому что Он живой сегодня, так же, как и вчера. Аллилуйя, Церковь! Восплещите Ему! Иеремия, 32 глава, 27 стих. «Вот я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Я много читаю, как и все вы, но не о заговорах, а о том, что есть силы и люди, которые хотят уничтожить наш мир, поработить людей. Чем? Бедностью. Вот почему я каждую неделю говорю о том, что наш главный враг — это бедность. Мы нападем на нее и уничтожим ее в ЮАР к 2030 году. Я услышу ваше аминь во имя Иисуса. Мы не будем сидеть и киснуть в своем христианстве. Мы поднимемся за социальную справедливость, как это делал Иисус. Мы будем бороться с коррупцией, с бедностью во имя Иисуса. Мы будем давать, что можем, помогать, кормить, обучать. В противном случае, зачем мы живем? Если вы живете во дворце, а ваш брат живет в трущобах, в будущем я буду учить о процветании. Есть разница между процветанием и материализмом. Этот мир связан материализмом. Многие христиане теряют себя в материализме, ведь в тот момент, когда вы отводите взгляд от цели, вы становитесь материалистом. Вы начинаете накапливать вещи для своих детей, которые потом растратят все. Библия говорит, добрый человек оставляет наследие для детей своих детей. Но, братья и сестры, в нашем служении есть много бедных людей, а в мире многие люди страдают. Мы не можем и не будем отворачиваться от них. Я говорю, мы не можем и не будем отворачиваться от них. Мы будем частью решения в ЮАР. Мы будем светом Иисуса. Мы проложим путь для тех, у кого нет дома, кто потерян. Верьте, что Бог даст прибыль вашей компании, чтобы помочь молодым. Научите их вести бизнес с целью во имя Иисуса, не ради себя. Это эгоизм и материализм. Это проклятие Западной Церкви. Не хотел задеть ваше эго, уж простите. И тем более, спасибо за ваш энтузиазм. Бог желает, чтобы вы процветали, но для чего? Если бы я был Богом, то зачем мне благословлять вас? Как вы думаете, вы не привыкли к этому, ведь так, да?
Хорошо, теперь третье. Бог все еще исполняет обещание или обетование. Скажите на это аминь. Библия говорит во втором послании к Коринфянам: «Ибо все обетования Божии в нем». Они «да» и «аминь». Славу Божию через нас. Только на этом можно построить целую проповедь. Бог дал обещание Аврааму. Я постоянно говорю об этом. В начале года люди любят ставить цели. Но в своих целях они не пишут, чего они хотят достичь. Через эти цели. Бог говорит: «Я благословлю тебя, чтобы ты был благословением для народов земли». Никакого цвета, расы, никакой эксклюзивности в христианстве. Любовь Божия всегда инклюзивна. План Божий, путь Божий. Путь всегда ведет вас к Богу и к ближнему. Путь приближает вас к Богу, к Иисусу Христу. А когда вы приближаетесь к Иисусу, вы теряете эгоцентризм и начинаете фокусироваться на страждущих вокруг. Мы должны понимать нашу миссию. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 и 19 стихи. Для чего мы живем? Если мы не понимаем этого, то зачем мы живем? Если мы не понимаем цели в жизни, то ради чего мы живем? Если мы не понимаем, что Бог дал нам эту жизнь, что она как пар, независимо от того, с чем мы сталкиваемся. Есть люди, которые сталкиваются с большими трудностями, чем вы. Как бы мы ни страдали, есть те, кто страдает больше. Какую бы боль мы ни ощущали, есть те, кто ощущает еще большую боль, чем мы. Христианство не должно фокусироваться на себе, особенно в трудностях. В трудностях вы должны больше всего помогать людям, потому что вы понимаете их. Чем больше ваша нужда, ваша боль, тем лучше вы понимаете людей в этом мире. Вот почему иногда Бог позволяет вам, не заставляет, а позволяет пройти через страдания, чтобы вы могли стать на место страждущих. А в противном случае у нас будет лишь пустое христианство. К нему нельзя прикоснуться. Вы становитесь пустыми внутри. Вас больше не волнует беременная у дороги или мать с ребенком. Вы говорите: «Они сами виноваты». Взбунтовавшийся подросток, наркоман или проститутка. Я не могу проповедовать христианство без Божьей цели. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наши дела должны вести к искуплению человечества. Когда мы говорим, что Он путь, то Он не только является путем для меня, но и через меня для других. Он не просто чудо для меня, Он чудо через меня для других. Иногда лучшее чудо — взять ребенка другой расы и сказать: «Я люблю тебя, Бог любит тебя». Вы подарите ему улыбку. Иногда лучшее чудо — это заплатить за продукты пожилой женщины в торговом центре, которая считает копейки. Мы можем быть теми христианами, которыми нас хочет видеть Бог в этом 2022 году. Можем ли мы облегчить боль и страдания? Если нет, то зачем мы здесь? Я не против хорошего отпуска, хорошего дома, хорошей работы, и Бог тоже. В книге Екклесиаста сказано, что это дар от Бога. Наслаждайтесь жизнью и своим имением.
тем, что Бог дает вам, но не забывайте Бога и ближнего. Это не означает, что вы должны ощущать чувство вины за пищу на своем столе. Вы должны быть благодарны. Вы должны лучше понимать. Библия говорит богатым: «Пусть ваши дети увидят боль, пусть они пойдут туда, где люди страдают. В противном случае они будут думать, что имеют право на такую жизнь. Они требуют и не ценят ничего. Спасибо за ваш энтузиазм. Я считаю, что поступил правильно, когда отправил Анжелику в Нью-Йорк Биллу Уилсону, чтобы она жила среди детей Нью-Йорка. Она была из хорошей семьи, думала, что понимает страдания людей. Но нет, вы не можете понимать боль людей на расстоянии. Вот почему Иисус пришел в мир, чтобы приблизиться к боли людей. А вот что позволило ему стать решением. Многие из нас боятся этого. Мы знаем, что в тот момент, когда мы видим боль людей, мы становимся ответственными. Внутри нас пробуждается голос, который говорит: «Ты должен сделать хоть что-то не только для себя и своих детей. Ты должен сделать что-то». Мы запускаем программы в нашей церкви, и я прошу родителей поддержать нас. Мы возьмем наших подростков, особенно из частных школ, и покажем им мир. Они должны увидеть, что на самом деле происходит в этом мире. Ваша жизнь на какой-нибудь вилле — это не та реальность, с которой сталкивается большинство жителей ЮАР. Мы должны оставить свою зону комфорта и показать путь Иисуса Христа этому миру. CRC — вот для чего мы живем. Скажите на это аминь. Я не могу читать Библию и не думать о других, как бы я ни пытался. Я пытался думать в этом году. Я, мне и мое. И тут я читаю: «Господи, дай нам! Господи, прости нас! Господи, благослови нас! Избавь нас и все ЮАР, дай нам страждущим, у которых нет хлеба насущного». Моисей молился не только за себя, а и за весь угнетенный народ. Это не означает, что ваша нужда не важна. Это означает, что Бог позаботится о вашей нужде. Когда вы протянете руку помощи другому, и, возможно, Бог спасет ваших детей, если вы отправите их на нашу программу социальной помощи. Они перестанут нюхать кокаин и курить марихуану, потому что увидят, к чему это ведет. Мир не будет казаться им таким привлекательным. Возможно, они начнут убирать свою комнату, и в конце года вы поблагодарите меня. Возможно. Они перестанут требовать. «Здесь есть кто-то?» Это совсем не то, что вы ожидали в первое воскресенье. Но ничего, я не буду двигаться в направлении, у которого нет цели и ценности, а особенно ценности в вечности. В Библии нет эгоцентричного христианства. Деяние, 10 глава. Послушайте меня. Я должен следить за своими словами. Нет, ибо все обетования Божии, абсолютно все. Все Божьи обетования в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию. Если они во славу Божию, то они получают «да» и «аминь» от Бога. Это означает, что на работу Бог говорит «да» и «аминь». Это означает, что на исцеление Бог говорит «да» и «аминь». Все, что есть в Библии, все обетования — «да» и «аминь».
Он не отказывается от них. Он следит за Своим Словом, чтобы исполнять Его в Свое божественное время, а не в наше. Он всегда сделает все чудесно в Свое время. Я хочу сказать еще раз, в начале этого года участвуйте в делах Церкви, в домашней ячейке, в служении. Пусть ваша жизнь не ограничивается вами. Не пропускайте церковь по воскресеньям. Я знаю, что некоторые из вас все еще отдыхают, но на следующей неделе вы вернетесь. Не забудьте прийти в церковь во имя Иисуса. Вернитесь в Дом Божий. Я многое изучал в это время. Следующая неделя у нас будет неделей поста и молитвы. У нас будут служения во вторник, в среду и четверг. Через неделю я буду в Притории, а затем в Йоханнесбурге и в Блумфонтейне. Мы будем молиться каждое утро в 6 утра онлайн, причем наша тема — «Возврат к Богу». Я изучал признаки людей, чьи сердца отошли от Бога, и один из таких признаков — их сердца оставили поместную церковь. Меня не волнует, сколько постов на Фейсбуке вы делаете о том, как Бог благословляет вас, какое у вас чудесное вино и ваш образ жизни. Ваше сердце отошло. Когда мы умираем, то все умираем равными. Мы покидаем эту землю равными. Вы не покинете ее как президент, как директор, как бизнесмен, как ученый, как адвокат, как пастор, как доктор. Вы просто покидаете ее, и все. Ваши титулы ничего не значат. Все лайки в соцсетях ничего не значат. А знаете, я не хочу никого обидеть, но придется, если вы будете обижаться. Иногда люди приравнивают благословение Божие к образу жизни. Есть люди, которые живут намного лучше вас, но идут в ад. Они пусты внутри и снаружи. У них есть яхты, самолеты и даже острова. Да. Вы даже не можете себе представить этого. Благословение — это исполнение Божьих целей в вашей жизни. Вот и все. И тому, кому многое дано, с того многое спросится. Наше служение огромно, и поэтому мы не можем делать мелочи для Бога. На нас большая ответственность. Мы не можем проводить маленькие евангелизации. Мы должны проводить большие евангелизации. Мы не можем создавать маленькие церкви. Мы должны создавать большие. Мы должны кормить не пару человек, а тысячи тысяч. Ведь кому многое дано, с того многое спросят. У Бога есть обетование для вас. У Бога есть место для нас. Иногда люди выходят из воли Божией ради работы. Я много раз видел это. Они теряют себя в духовном плане. Они теряют свой огонь и свою страсть. Они ищут образа жизни. А зачем? Вы можете сами двигаться по своему пути. Люди не хотят идти по пути Божьему, но Бог не пришел другим путем. Бог пришел в мир. Бог послал Иисуса в этот мир. И точно так же Он посылает и нас с вами в этот мир. И хоть вас могли ранить и предать, вы все равно должны любить людей, помогать людям, быть путем, голосом, чудом, обетованием.
Вы — тот человек, которого поднял Бог, чтобы проложить путь, вернуть их к Богу. Один из признаков того, что люди теряют любовь к Богу, они перестают евангелизировать, они перестают рассказывать людям об Иисусе. Это признак отступившего сердца. Потерянные больше не волнуют их. Мы не можем начинать этот год с разговоров о снах, видениях, обетованиях, забывая главное. Иисус не пришел, чтобы дать нам образ жизни. Он пришел, чтобы дать нам цель. И когда вы ищете Царство Божие и праведность Его, то все остальное прилагается вам. Но наша цель — это не образ жизни. Она не материалистична. Спасибо за ваше громкое аминь. Я что, говорю на французском, может быть? Нет другого Евангелия. Во всяком случае, я не собираюсь проповедовать здесь другое Евангелие. Люди говорят, что я проповедник процветания. Вы не знаете, кто я. Вам не дано это знать. Процветание с целью, а не материализм. Надеюсь, вы держитесь за обетование. Мне нужно заканчивать. И вот послание к евреям, 6 глава, 11 стих. Библия говорит: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, не замедлились, не сбились с шага, не потеряли огонь, веру и цель, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Надеюсь, у вас есть обетование на 22-й год. Надеюсь, вы сохранили обетование 21-го, 20-го, 19-го года, 84-го года. Надеюсь, что эти обетования записаны у вас на стене, и вы верите, что Бог может исполнить все эти обетования. Он прокладывает путь, творит чудеса, исполняет обещания. У Него есть путь для вас, у Него есть чудо для вас. Я верю в это. И у Него есть обещание, обетование. И это обетование «да» и «аминь» в Нем во славу Божию. И вы можете получить их верой. Величайшее обетование — это обетование жизни вечной. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Язычники могут стать сыновьями и дочерями Божьими. Наши зрители будут с вами еще минуту. Вы говорите: «Я никогда не отдавал своей жизни Иисусу». Возможно, вы потеряли себя во время пандемии. Вы потеряли себя в это время. Но это Новый год и новое начало. Его милость обновляется каждое утро. Вы можете вернуться к Богу сегодня, отдать свою жизнь в руки Иисуса. А вы можете получить то будущее, которое Бог приготовил для вас, вечность и жизнь с целью на земле. Если вы хотите этого сегодня, тогда положите руку на сердце и начните все заново с Богом. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты жив. Сегодня я отдаю Тебе все во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Чудесного вам Нового года!»